Капунка, мать вашу, немного рекламы. Сервер за раз приглашает вас поиграть. Мощный хостинг, админы 24+, античит, рейд X2, ТП, кит, ноуклан, мап, хом, инста, моментальный крафт. И все это многое другое найдете на этом чуваке. Все ссылки в описании. Тр-тр-тр, погнали. Давай по-тихому идем. Давай. Вижу, первый этаж. Походу у него в стенах. Второй в камень, и третий он ебашит. Ага, железо вижу. Дерево, бичара, короче. Слушай, надо брать его. Ага, ты здесь? Ты где? Да, я тут. Иду вот в лобор, смотрю, куда... Да, сейчас пошли пройдемся, посмотрим, может быть, и шкаф не бьет. Взрываем. Вот здесь вот не бьет. Ай, блядь. Сейчас иду. Стой, бьет. Бьет? Угу. А вот смотри, здесь можно все равно будет ворота взрывать. Где вот здесь. Вижу? Здесь шкафа нету. Погоди. Иду. Мне столько запрещено. Здесь побегай. Блядь. Это по нам? Не знаю. Столько там запрещено. Там кто, похоже. А вот здесь не пролезть нам? А вот здесь пролезть. Вот здесь вот пролазим. Ворота деревянные. Смотри, вот. А? Дальше не знаю. Что дальше проползу, посмотрю, что там. А, у него шкафы вон по периметру стоят. Бегает, сука. Он один там, не двоих, он один там. Ау. Да, я слышу. Смотри, короче, проходим вот здесь вот. Смотри, вот так вот. Угу. Деревянный ворот взрывать, да, будем? Да вон он, вон я его вижу, ёпта. Деревянный ворота, да. Что-то никак не могу пролезть. А чё такое, блядь? Не понял. Блядь, бегает, сука. Не, он там один. Залезть не могу. Здесь вот попробую залезть. Угу. Получается. У меня тоже. Три сихи на одну, да? Три сихи берем, взрываем. Дальше деревянные ворота у нас идут. Сколько они требуют? Две сихи где-то. Наверное, две. Две и туда, ебать. Пиздец. С камня никак у нас здесь в камне. Я его вижу. Видишь, да? Да. Сливать его или нет? Да, давай. Ага. Я его тоже вижу, блядь, сука, попал по мне. Нихуя он мертвый. Их двое. Двое, да? Это одно только. Угу. Окей. Сука метки, блядь. Я с камня сейчас попаду. О, убил одного. Вижу. Одного скил. Посередине комнаты бегает на последнем этаже, где окна. Нихуя он меткий. Ебать. Смотри, с меня 70 хп снял, охуенно. Он, короче, там бегает, я одного слил. Угу. Я видел. Так. Ты с болта? Ага, он с болта, вижу. Угу. Второй ожил, по дверям идет. На второй этаж, на третий. Бля, сейчас бы к нему зайти. Был бы охуенно. Да я вижу. Бегают. В голову попал одному.
Что, он не лег? Вообще ни в кого попасть не могу. Только запрещено, что пробегусь. О, убил одного еще. Может, взорвать можно. Пробегу сейчас. Но они, сука, смотри, умные, поставили за забором шкафы. Да, тоже сбоку здесь. А ты стоишь возле ворот, да? Я стреляю, да. Ну, короче, не так, никак, только если сносить вот заборы, заходить. Сейчас мы этих уроем все равно. Давай, давай, давай. Ну, шкаф не надо будет поставить. Хотя, шкаф я сейчас поставлю, ты строишь, строишь. Ладно, ладно. Отвлекайся, шкаф я поставлю. Так. Сборочка, шкафчик и шкафчик внизу, вот сюда, вот его пусть стоит. Активируй. Активировался. Все, давай. Да не, потолок не надо, давай дальше веди. Надо? Это мало, мало, высоко, выше поднимай, выше. Это мало. Вон они. Сука, двое стоят. Ага. Спалили, спалили нас. Строй, строй быстрей. Сейчас, сейчас, сейчас. Голо-голо. Угу. Да, готов. Сука, не готов, нихуя. Пиздец, он бронебойный. Так. Оба, они, походу, шкаф поставили свои. Да не, у меня столько разрешено. Не-не, это я что-то сам случайно активизировался. Блять, патроны, перезарядка. Стой, у меня есть патроны. На, смотри сколько. То я перезарядился, походу сервак слетел, все. Да? Не перезаряжается. Ну, да, спрячься. Ты запрыгнул, ну покажи мне. До камня улучши его, до камня. Улучшай, улучшай. До камня улучши. Сейчас, ну, сейчас, сейчас. Они с окна шмальнут. Вон, вижу, жопа торчит у одного в окне. А как? Слышь, а деревянный слева, по-моему, обойти можно. Раком там стоит. Прощели, да. Давай, короче, улучшай до камня и лети в дом. Я тут буду. Учить. Бери рейсы, короче, там. Вот. И штурмуй. Больше не смогу. Гляну, что там. Только запрещено. А ты как запрыгнул? Неужели перепрыгнул? Здесь вот плитки не было? Нет, нет. Ну, смотрите. Костик, слышь, а знаешь, в чем прикол? Здесь не пролезть между этой щелью. Я как-то мог пролезть. Там можно. Подожди. Пролезть, можно. Да ладно. Ты вот хотите сказать, что слишком толстый? Жопа большая. Не умещается. Сбоку. Сбоку можно перепрыгнуть. То есть подходишь прямо. Я секунду о чем-то. Я просто. Если что, можно попробовать по стенам будет пролезть. Я жопой на забор сяду, просто я уверен. А там можно пролезть по забору. Жопой садишься и. И пролезешь. Юзаешь, короче, эти шприцы и пройдешь. А, я думаю, как собаки, знаешь, когда посрут это. Жопа начинает фос. Ну, или как-то так. Ну я все беру ракеты, да? Это довольно-таки больно. Да, да. По чуть-чуть, кажется. Ебать, вообще было проще, по-моему, забор снести один. Ну забор снести надо три сихи, у нас только нету. Да. Ракетами. Тоже много надо ракет. Ну принимите кто-нибудь, такое. Давай, я приму. Ну я скинул его, держи. Не-не, я запрыгнул, погоди, мне не надо, а. я хочу проверить. Шу. На крыше здесь. Сейчас, так. Не можешь спрыгнуть. Да, кстати. Я тоже не могу. А вот ты тоже жопу отрастил. Да. Так, ага. Косяк. Нет, слушай, вот через эти вот проникнуть. Здесь, короче, козырек, через него никак не перепрыгнуть. Не пролезть. Жопа, сука, мешает. А еще повыше не поставить на один уровень где-то лестницу? Наверное, не смогу. Шкаф уже бьет чужой. Сука. А, пустите меня. Пустите меня. Бесполезно. Так. Все, здесь. Ты же фрагментов на руках. Я же не стесняюсь. Изучай, пробуй. Без здесь не пролезть? Но без полез, но. Не, никак. А если попробовать на стену спрыгнуть?
Нет. Пустой. А, ну, чё, давай возьми, стену скрывать. Ракетницу. Давай стену скрывать. Держи ракетницу. Стена. Я скинул ракеты. Я наверху, я пытаюсь жопу свою сузить. А. И проникнуть. Давай, скорость мы с вами не скрываете. Ой. Ну давай, чё, через стену и вперед. На темные. Возьми стены. Ракеты. Угу, сейчас. Взял, окей. Это кто забором щелкает? Не знаю. Это я эти учу книжки открываю. Ага. Я изучил ракету, базуку, надо что-нибудь. Оставляй, оставляй. Ракету оставь мне. Оставь, а, мне, нет, ракету не выучил, вру. Не-не-не, чувак, не прокатит. Короче, давай, чтобы не париться, давайте вскрываем забор. Слышь, Костик, смотри, а вот тут, по-моему, вот где-то я, блин, стоял тут модно. Вот. Когда если вверху так погнали. Подняться, то еще можно строить. Давай, давай, давай. Че, забор или ворота? Да мне кажется, лучше уже забор. Давай забор здесь вот. Вот. А там будет дальше деревянный забор. Ну я думаю, деревянный это мы осилим. А вы смотрели дырок? Нету больше? Нет. Смотри, ходили. Может вообще шкаф вскрыть и на крышу запрыгнуть? А хорошо, какой шкаф? Да вон по периметру стоят квадратики, я думаю, вряд ли он по приколу их вставил. Если фейк. Фейк. Можно попробовать. Нету. А шкаф стоит, конечно, в середине, тупо в доме. Сейчас шкафы а вот далеко. Костя, где? Ну-ка обойдите дом. Товарищи, обходите. Нет, еще раз. Надо, я вам показать хочу. А ты где? Ну вот там где-то за домом, я, короче, прямо. Нихера. А вам не кажется, что он лут вытащил и свалил куда-то? А вот если сюда ракетами бомбить, он каменный деревянный не разбомбит? Ну, по идее, если может сплэшем накрыть, можно попробовать. Это, вам не кажется то, что он лут этот стырил? Ну вряд ли там печи шумят, я слышал. Печь, он тебе углей оставил. Ну, уголь тоже полезный. Ну давай, что где-нибудь что? Уже, давай, давай. Ну, давай. А здесь эксплозив моментально фармится или нет? Нет. Да. Нет. Значит, вот сюда давай, мать. По деревянному стреляем. Как? А, не-не-не, погоди. Ты думаешь, если по деревянному шмальнуть, дамаг пойдет по стенам? Да, я думаю, да. В уголок бери камень. Нет, а если вот сюда вот на камень? Вот. Нет, вот туда вот в уголок бери, деревянный снесет и камень. Ну давай, я тогда первый снесу. Давай, огонь. Сейчас посмотрю. Ну-ка. Нет, не идет, на ту дырку идет. На вот эту. И на камень, и на деревянный идет тоже. Так, окей. Вот на эту идет. Так вы правильно стреляете, он и деревянный берет, и радио. Уходи, шмаляю. Ну-ка. Ну, бери. Идет. Стреляю. Огонь. Все, заборы минуса. Там не пролезть? Пролезем? Нет. И не слезем. Да ладно. Застрял? Да. Не может быть. Сука, там забор еще деревянный. Смотри. Погоди. А нет, если этот снесешь камень справа, то пролезем. Я тебя походу не закоцаю, да? Не, не коцаешь. Да мочи забор. Да ты сдохни сейчас, давай сюда спрыгивай. Не, он не умрет. Мы же в клане. А, точно. Ну давай, что, по забору? Давай, стреляй. Я буду стрелять. Ух ты. Посмотрим. 55. Может кирками? У меня разрывных нету. Ничем тут не сломаешься. Да? Ломается, блин, нет? Пора вообще не идет. Сейчас кирку. Так мы до утра будем. Гони кирку. Тяжковато. Ну тогда потратим, может, ракетку. Давай, одну. Что делаешь? Пошли. Так, что тут? Выходим. Вот с той стороны шумели печи, с другой. Ну-ка, пойдем посмотрим, что мы там. Вот, блин, не пролезем. Да пофиг, давай здесь начнем с жопы. Мне кажется, тут они так строятся. Они все там сюда вот стрелять вот. Ну давайте, в перекрестие, да? Вот сюда? Да. Давай, стреляй. Вот первый этаж и второй. То есть, еще раз шмали. Угу. Не-не-не, низко. Низко? Выше. Вот сюда, смотри. А у вас тоже сюда выше? Вот сюда. Квадратики отключаются. Ну давай. Давай. Стреляй ее, что ли? Вот сюда вот стреляй.
Вот. Так, кто-то соседский мальчик стреляет. Еще одну ракету. Пускай. Вот. Так, это фундамент. Угу. Ну давай я запрыгну. Давай, давай, давай. Так, спальники. О, парень спит. Да ладно, погоди, только не убивай его, оставь его. А нет, ты так же слышишь? Нет, сейчас. Изи Алекс. Пустой. Дима, пробили, иди сюда. Пустой. Ну хорошо. Так, что там увидел? Вот здесь печи. Где, где, смотри. Где, где? Ну вернись обратно к этому парню. Ага, иду. Так. Вот здесь вот печи. Думаешь? Да, 100%, они шумят даже там. Так, ну давай скрываем тогда. А давай, знаешь куда? Вот сюда, в угол. То есть мы откроем с тобой второй этаж, и этот упадет у нас первый. Вот сюда вот, вот. Вот давай лучше вот сюда. Куда? Там же уже вроде на улице уже там. Куда ты хочешь? Иди сюда. Вот сюда вот. Иди где бомбили, слышишь? Мы чистоточку нашли. У него нычка заныкана полностью. Где? Вот смотри, вот прям вот. Вот под той фигней ящик стоит. Уверен? Вот, и я отсюда вижу. А, точняк, да-да-да. Ну-ка. Стиками. Вот, давай калашамер стреляем, может. Вижу, я еще вижу. Подожди-ка, может как-нибудь подсадить можно? Подкинь меня, Ром. Я сейчас попробую запрыгнуть. Еще кого-нибудь, вот чтоб там встали на втором. Ай-яй-яй, пол. Фундамент. Вот, давай здесь вот, давай здесь скроем. Просто плитку, если что. Ну зайдем. Давай. В уголок есть? Вон тут настреляйте. Да, давай. Спрыгивай, Ёж, может вот сюда вот выстрелим, смотри-ка. Вот сюда. Как раз упадут три фундамента. Поехали. Давай. Слушка. Все. Опа. Пустой. Ого, сколько лута. Да, лута море. А вон там за дверью, походу, слышишь, на втором этаже лут находится. Стой, запрыгну. Погоди. Спина скользкая, масло, наверное, намазал. Все, встань. Ага. Так, здесь. Кром, пусти-ка меня теперь. Сань, не прыгай. Ай-яй. Чуваки, по очереди. Ребята, по очереди. Что тут, цвета какие-то? Пустой. А там, походу, лутовые комнаты, слышишь? Стой. Подкинь. Давай, где стой, ты? Стой, вот. Чекну. Слушайте, тут флаги разные. Три семерки вот. Охереть. Попробую замок вскрыть. Три семерочки. Ага, хер. Разряд в жопу получил. Хера тут. Я вообще не знаю, куда здесь идти. Пиздец. Без понятия, куда идти. Попробуйте по полу бомбануть, короче. Какому именно? Вот смотри, вот видишь, вот куда я смотрю, вот в уголочек опять так же, как здесь бомбили. Куда? Вот сюда? Вот. Не-не-не-не-не, дальше, вот туда, в тот кабинет дома. Вот сюда. Ебать, дом, тысячи дверей. Там как раз сверху комната, идти. Короче. И просто посмотришь, если есть, будет что-то там. Там как давайте, раз... может, печи вскроем. А ты реально думаешь, что ты они просто в этаже печи? Да, я слышу их. Окей. И давай. Тем более комфорт. Давай. Комфорт. Давай. Через. Давай, погнали. Слышь, Костик. Рискнем. Вам, кстати, проще шкаф уже найти, где-то в серединке. Сейчас печи вскроем, посмотрим. Проходим. Оба. Не сломалось. Так, еще одну ракету, Ну, давай я туда стреляю. Давай. Вот, смотри, и тут и лут. Не может быть. Да, вот смотри. Нашел, вижу. Погоди. Чекнул, постой. Реально все вижу. 2 косаря камня, охуенно. 12 косарей дерева, 6 косарей ткани. Вообще вата. Незаменимый лутный. Ничего нету, пиздец. Ну, чувак, вот Каприн. Сука, бичара. Перздохнул. Печка. Ну, 8 косарей в печке. И 90 косарей угля. Богатый бичары. Угленный магнат, шахтер. Не, надо наверх идти. Здесь ничего нету. У меня 6 ракет осталось, то есть я могу скрыть еще одну.
Кто подходит? Тихо, ну-ка. Бобовую закидывают. Ага. Рома, тебе помощь нужна? Да нет, я пока сижу, вроде никто не... У тебя есть пушка? Да, и лук. Лук. Лук? Лук и стрела. Калаш. Лук и калаш. А, ну ладно. А если что, могу тебе болт скинуть. Через кусты вот проходить, вот здесь вот. Ну бич какой-то. Так, они куда-то там прыгают. Но они, видите, бобовые гранаты пускают в ход. Ага. Ну чё, погнали, короче, рискну. Дай, подки меня. Ну давай. Мне кажется, лута нету там все-таки. Можно... А, вон они, они на заборе, слышите? Я пойму. Нихрена себе. Давай, назад, 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 назад. Блин, слили? Да тут снайпера какие-то, они мне как оба обоим уже садили. Подки меня наверх. Давай, давай, давай. Угу. Если чё, уйду телепортом. Угу. Ну они сюда все равно только подсадкой смогут запрыгнуть. Пока попробую вскрыть. Давай. Верхний этаж так, и пару ползут комнат. Чё, обороняйся. Ну короче, магнат, он только уголь. Минус, минус, минус. Слышу. Раз. Слышу. Так. Так, минус комната. Пустой ящик. Хера. Слушай, ну они хитрые жуки. Короче, в каждой из этих комнат стоит ящик один. Так, здесь я мерю. Ай-яй-яй. Воу-воу-воу, какие-то они слишком меткие. Вижу тебя, вижу тебя, вижу. Вижу, вижу, отхожу. Угу, угу. Вижу, 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 вижу. Может, с ракетой им туда да, запустить? Да, да, сейчас шмальну. Ой-ой-ой-ой. Корова. Слил, нет? Да, одного слил. Ага. Я второго добил, все. Заебись. Че, может, чек его? Ром, попробуй ко мне ТП. Сейчас. Так, у них X7 какой-то клан. Шоу, блин. Сейчас попробую короче, поменять. Пусто, 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 пусто здесь, чуваки. Последний этап. А, блокит зон. Блин. Я вам сразу сказал, если давай, он чекаем, открыл, чекаем, чекаем. Пусто. Спускайся, пепси. Давай-давай-давай. Полный, ебать, 9 косарей сульфы, охуеть, 3 косаря, 7 косарей сих. Сих? Да, 7 тысяч. 7 косарей сих. Улетай домой. Они залутные.